Всем привет! Продолжаем путешествовать. Маленькая-маленькая зарисовочка о карауле в Копенгагене на площади Амалиенборга. Здесь находится Королевский дворец. И по этой площади ходит вот такой вот караул в больших шапках медвежьих. Форма черно-синяя, которая введена в 1848 году. Есть еще красная форма, но она только в торжественных случаях. Ну вот, собственно, и все, что я вам хотел показать. Конечно, честно говоря, я был не в восторге от этого караула. Маршировать не здорово, в отличие от нашей гвардии на Красной площади. Но, тем не менее, показал вам такой караул, который ходит по площади около Королевского дворца в городе Копенгаген, Дания. Все, пока, всем привет, до свидания.